Здрасте. Друзья, всем приветули. И мы продолжаем City Skylines. И у нас есть вот такой замечательный парк развлечений, в котором детишечки катаются на аттракционах, и у них все хорошо. Но сегодня не о парке. У нас пока заселяется этот город. Кстати, мы поэтому в этом городе забыли поставить некоторую инфраструктуру. Я совсем забыл про это. Нам, во-первых, нужно убежище. Убежище, и я думаю, что это должно быть большое убежище, и я думаю, что если мы его на территории кампуса поставим, тоже ничего страшного особо не будет. Так, чтобы оно еще охватывало побольше. Или поставить несколько маленьких. Сколько в них людей влазит? 1000 человек, этого мало. Надо, чтобы было 10 тысяч человек, можно их даже 2 всунуть. Давайте вот на территории кампуса вот сюда одно всунем. И с этой стороны района еще одно куда-нибудь. Вот, например, вот сюда. Пойдет. Отлично. Соответственно, по радиомачтам сюда все достает, все прекрасно. Датчик землетрясений у нас есть, но он к этому району не относится. Поэтому поставим сюда еще один датчик землетрясений. Почему бы и нет? Пускай стоит. Хотя я зря его сюда всунул. А здесь у нас потом коммерция будет расти. Переставляем в другое место. Вот так вот. Пускай он будет здесь. Далее. Что это у нас? Будет цунами, да? Будет цунами. Никакого смысла от него нету. С учетом того, что у нас тут только реки, никакой цунами нам не страшно. Также кладбище крематорий. Крематорий мы не поставили, друзья, представляете? Йога-парк. А давайте всунем, почему бы и нет. Йога-парк. Давайте вот в этом районе, да. Бздынь. Йога-парк, пускай будет. Бассейн. У нас, кстати, бассейнов, по-моему, вообще нету. Можно их сунуть целых 2 даже. Васе поставить бассейн один вот сюда. И в новом районе тоже поставить бассейн поближе к студентам, нашим будущим студентам. И крематорий. Обязательно нужен крематорий. Крематорий. В парке ставить как-то не очень хочется. Ну, около парка вроде как хороший у него охват по району будет. Так что все нормально. Пускай стоит. Вот. В общем-то, на этом, наверное, по инфраструктуре все. А мы приступаем, друзья, к новому району. У нас здесь есть такая вот замечательная площадь. Вокруг, конечно, водичка такая немножко того. Плохо ей, этой водички. Но, короче говоря, хочется мне построить здесь район. Мусор здесь не вывезен. Скопился мусор. Вот же гадство. Ничего страшного, выкинут. У вас есть вертолет. Поднимайтесь на вертолете и скидывайте куда угодно. А там уже разберутся без вас. А у нас район. Знаете, какой район хочется сделать? Хочется сделать вокруг кольца. Не знаю почему, но вот так вот в центре поставить кольцо, вот такое. Соответственно, вот эти дороги продлить. Во-первых, да, их нужно усовершенствовать. Вот так вот, черт, я не могу попасть. Вот так вот усовершенствовать эти дороги. Немножко продлить и сделать круглый район. Я давно мечтал такое сделать. Как-то вот сюда. Да, и вот сюда. Вот так вот, бзды. Вот такой вот район вокруг кольца. Или сделать здесь плотную застройку, а? Как вы считаете? А еще знаете, какая у меня есть идея? Чтобы меньше пробок было на этом кольце, сделать здесь небольшие съезды, дополнительные. Односторонние такие, знаете, прекрасные односторонние съезды. Как-то вот так вот. Ведь так, ну, на самом деле же делают. Соответственно, те, кому надо направо, они поворачивают здесь направо, едут. Те, кому надо в другом направлении каком-то, они, соответственно, едут на кольцо. То есть, если им надо прямо, налево или на разворот. Единственное, что надо, конечно, здесь немножко со светофорами поиграться, потому что они, по-моему, здесь не везде нахрен нужны. Я бы, честно говоря, их отсюда снес все нахрен. А они здесь только вот в этих местах. Светофоры здесь не нужны. А также по полосам. Полосам по направлениям. Соответственно, мы поворачиваем только направо здесь. Никакого налево нам не надо. Здесь у нас только направо. Соответственно, здесь у нас тоже только направо. Это будет только съезд. Черт, отдай мне обратно. Здесь у нас тоже только направо. И здесь у нас тоже только направо. Вот так вот. Это понятно. Отсюда, соответственно, с кольца только прямо везде. Так, не этот кусок. Как мне выбрать этот кусок? Вот этот кусок дороги. Объясните мне, пожалуйста. Мне нужен вот этот кусочек. Он не выбирается. Понятно, это вот этот кусок. Я понял. Соответственно, вот этот кусок поворота налево мы здесь тоже везде убираем. И отсюда тоже убираем. Вот так вот. Ну и вроде как все. Разметка вроде как типа правильная. Вот такое вот кольцо мы с вами забубенили. И знаете что? Смотрите, у нас здесь есть классный лес. Можно здесь устроить лесодобывающую промышленность. Почему бы и нет?
Лесная промышленность. Здесь леса, правда, больше, можно здесь устроить. Давайте здесь, вот с этой стороны, у нас будет район с лесодобывающей промышленностью. Почему бы и нет? Можно даже сразу же его и обозначить. Так, вот так вот у нас идет отсюда. Вот это вот у нас будет лесодобывающая промышленность. Сейчас мы вот так вот это все дело расширим, чтобы взять побольше кисточку. Здесь нам будут добывать лес. Почему бы и нет? Лес — это прекрасно. Так вот. Все, вот этот район у нас будет лесодобывающим. Почему бы и нет? Соответственно, вот этот район мы сделаем парком. Очередным парком. Не знаю, что за парк это будет. Да, неаккуратно у меня выделяется. Но, знаете ли, хочется побыстрее, поэтому как есть. Вот это у нас будет парк. А вот это у нас будет просто жилой район. А можно, кстати, даже и туристический какой-то сделать район. Почему бы и нет? Построить там гостиницы. Правда, железная дорога сюда не идет. Но ничего страшного. Мы сюда метро проведем. Вот, соответственно, весь этот большущий район мы тоже выделяем как один большущий район. У нас будет вот такой вот классный. Все, закрашиваем здесь все. Один район. Обзову я, друзья, уже в следующий раз, потому что у меня сейчас нету доступа к Ютубу, я не могу посмотреть на спонсоров. Поэтому в следующий раз мы распределим. У нас тут три места есть, чтобы это все дело распределить. Вот, соответственно, надо соединить теперь вот эти вот дорожки. Соединить районы, точнее, да. И обычной дорогой, давайте даже кривой вот такой вот дорожкой проведем. Как-то вот так вот. Черт, криво получилось, вообще не круто. Не люблю я такое. Так, вот такая вот дорога. И опять криво, опять не круто. Вот так вот, нормально. Такая вот дорожка. Можно ее трехполосной, кстати, сделать. Еще знаете, что не очень хорошо? У нас выезд с шоссе здесь один такой идет. И люди, которым нужно будет в этот район, им придется транзитом ехать через этот район. И это не круто. Можно сделать, конечно же, подземное шоссе здесь классное какое-нибудь. А можно будет потом решать проблемы по мере их поступления. Поэтому так и сделаем. Ну и, соответственно, начинаем... Нет, давайте здесь трехполосные дороги будут. Въезд, знаете ли. Да. Расширяем это все до трех полос. Это у нас главные такие проспекты. Только мне кажется, сейчас вот это вот то, что я там по полосам все сделал, чтобы круто было, оно там сейчас могло сбиться нахрен. Так что проверяем. Прямо-прямо направо. Слушайте, нормально. Мне нравится, как оно сделало. Прекрасно. Замечательно. Во. Наверное, знаете, здесь будет плотная квартальная застройка. Мне почему-то так хочется. Или одна часть какая-то будет плотной квартальной застройкой, одна нет. Здесь у нас, кстати, парк, поэтому здесь вообще машинки кататься не будут толком. Шоссе, кстати, можно пустить вот еще по этой стороне. Ладно, потом как-нибудь придумаем, как нам пустить шоссе. Давайте размечать район. Соответственно, вот отсюда дорожка будет. Вот отсюда дорожка будет. И вот отсюда дорожка будет. Вот так вот. В общем-то, все довольно криво. Не, не криво. Все получилось. Черт. Не хватило немножко. Так, это вот так вот, это вот так вот. А вот эту пупуську мы отсюда сносим. Вот, и соответственно теперь делаем вот так. Нет, вот так, да? Нам здесь нужен плотничок. Вот так вот. Черт, я односторонние дороги делаю, да? Пардон, вовремя заметил. Односторонние нам не нужны. Или односторонние, пускай будут туда-сюда обратно. Слушайте, а пускай будут действительно туда-сюда обратно. Не знаю почему, в общем-то такой вот эксперимент. Вот так вот. Может быть, меньше пробок будет. Знаете, как в Гродно. Весь город засыпан этими сраными односторонними дорогами. И вот так вот. Черт, здесь немножко не хватило места. Ладно, мы пододвинем дорогу. Мы сделаем по-другому. Мы сделаем по-другому. Это у нас вот так вот идет. И вот это вот так вот у нас идет. Во. А здесь, знаете, здесь мы сделаем... Не, здесь мы сделаем все нормально. Квадратный перекресток. А вот эта пупуська пускай здесь остается. Не знаю зачем, но пускай остается. Здесь мы, соответственно, вот так вот соединяем. И здесь мы вот так вот соединяем, я сказал. Во. Нормалды. Теперь, соответственно, вот отсюда мы ведем дорожку вот так вот. И вот отсюда мы ведем, только надо ровно попасть. Вот так вот. Соответственно, вот так вот мы это все дело соединяем. Да, односторонние дороги. Почему бы и нет? Такая вот плотная застройка. Блин, потом придется их разворачивать, чтобы удобнее было вести. Ладно. О, попал. Красавчик. А здесь и здесь попал. Я молодец. Соответственно, да. Как Сан-Франциско. Все, все просто и квадратно. Мне нравится, знаете ли. Пускай будет так. А здесь мы поставим какую-нибудь большую достопримечательность потом. По одной достопримечательности в каждый район мы большой потом всунем. И в этом районе она будет вот здесь, прямо на въезде. А здесь, кстати, можно будет сделать территорию гостиниц каких-то тоже. Коммерческих зон и так далее. Есть уже потребность в жилье. 27 тысяч. Ух, паньки. Кстати, у нас скоро будет кампус.
если будут такими темпами продолжаться рост населения. Это классно, классно, да. Соответственно, что я хотел здесь сделать? Я хотел здесь сделать вот такую вот круглую херню. И мы ее сейчас сделаем. Кстати, вот эти дороги я почему-то тоже думаю, что надо делать крутыми и крутейшими. О, вот здесь вот так вот мы немножко ведем прямую дорожку. Электричество пропало от наших говнокачек. Сейчас мы его им вернем. Ой, черт. Ну как тебе вернуть? Вот так вот мы его вернем. Моды всему голова. Так, соединяем вот это здесь, а вот это здесь. Здесь у нас жилых зданий. Хотя, может, и будут. Ладно, вот эту ветку, скорее всего, все равно придется перестраивать. Потом перестроим. Я хотел сделать так, чтобы вот эта дорожка здесь была такая вот кривая, красивая, вдоль побережья. И вот так вот она сюда приходила. По-моему, вполне симпатично. Для района пойдет. Соответственно, это дело нам сейчас тоже нужно разметить. Оно будет примерно похоже на то, что у нас уже есть, только за исключением того, что будем использовать какие-то вот такие вот кривые дорожки. Не знаю зачем, но мне хочется. Вот так вот. Не знаю, что из этого выйдет. Да, надо вот это вот все отсюда нахрен снести. Линию электропередач перестроить. Пустим ее пока что вдоль побережья. Хотя нам город все равно надо будет потом подсоединять к этой линии. Может быть, оно потом как-нибудь подсосется где-нибудь, интересно. Так, что я хотел сделать? Я хотел сделать здесь дальше такие же вот жилые кусочки. Только боюсь, что сейчас оно может получиться криво. Но мы постараемся, чтобы это не было криво. Так, это вот так вот одностороннее идет. Вот так вот одностороннее идет. Да, здесь много жителей поместится. Вот так вот одностороннее идет. Черт, нормально, давай, работай. Так, вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Нормально, пойдет. Соответственно, продлеваем вот это вот дело вот сюда. Вот отсюда это идет вот так вот. Да, этот район однозначно получился очень кривой, но так и задумано. Честное слово. Ой, еще надо вот так. Вот это вот тоже как... Не, вот это соединять я вот так вот не хочу. Давайте вот отсюда соединим вот так вот. И нормально, пойдет. Соответственно, отсюда продлеваем мы вот сюда. Отсюда мы идем вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот отсюда вот так вот. И все. Здесь тоже остается вот такая вот часть. Нормально. Да, много жителей здесь поместится, однозначно. Ну и последнее, что самое интересное, это нам надо разметить территорию, в которой будут работать людишки по добыче леса. Лес, знаете ли, тоже важная отрасль. Сделаем им один въезд вот сюда. Вот такой. Да, в общем-то, можно как проспект это пустить. Вот так вот. И, соответственно, устроить здесь несколько просто тупиковых таких вот дорожек. Или нет? Нет. Я передумал. Сделаем это все вот так вот, красиво, чтобы было. Вот так вот, вот так вот, вот так вот и вот так вот. Да, вот такой вот квадратик получился. Я его пока что размечать не буду, потому что я не знаю, какой ширины, вышины и так далее у нас там здания идут. Это пока что мы соединяем. Будем уже когда застраивать, тогда и будем застраивать. Также сюда нужна вода. Как ни странно, сюда нужна вода. И мы, как обычно, поведем это все просто по главной дороге, по главному нашему проспекту. Даже соединим на всякий случай это с нашими говнокачками. Вот, соответственно, сделаем вот так вот это все вокруг, чтобы все было классно и четко. Так, в парке тоже вода нужна, поэтому мы все. У нас все будет в воде, чтобы не было никаких проблем. Вот, и теперь вот так вот это все дело соединяем. Так, стынь. Черт, вот тут маленький кусочек не попал. Может потом проблемы быть. То есть на всякий случай здесь сделаем соединение. Или вообще сделать один такой зигзагообразный трубопровод. Черт, здесь опять не попал. Соединение сделаем, ладно. Как-то вот так вот у нас трубы пойдут. Знаете, много соединений. В случае какой-то катастрофы, например, метеорит, если жахнет, то будут какие-то повреждения в любом случае у трубопровода в том месте. И, соответственно, если много лишних соединений, то есть вероятность того, что оно все потом будет работать. То есть сломается, люди не останутся без воды. Какие-то альтернативные пути у водички все равно будут. Попасть по трубам в нужное место. Поэтому делаем так, как делаем. В любом случае, в деньгах мы сейчас не очень нуждаемся. Вот так вот. Красота. Короче, водичка есть. Электричество подведем. Это все прекрасно. Районы обзовем в следующий раз. Инфраструктура в следующий раз. Заселять тоже в следующий раз. Будем... Давайте посмотрим, что у нас происходит в нашем городе в остальном. Город полностью восстановился от всех проблем, которые у нас были. Пробок как таковых я не наблюдаю, это прекрасно. Хотя начнем заселять тот район, мне кажется, здесь начнется какой-то кошмар. Тем временем у нас сгорел опять нахрен парк. У нас сгорел туалет, у нас сгорел веревочный городок. Но веревочный городок, он потушили, он останется работать.
Что-то как-то не сильно спасают меня. Почему в этом парке всем так хочется все поджигать? Ну, вертолетики здесь летают, что-то более-менее тушат. Ну ладно, земля восстановится. Романыч, мне кажется, надо тебе переставать употреблять горючие жидкости. Потому что скажи спасибо вертолетчикам, иначе бы они все нахрен спалили. Тоже мне главный парк называется. Так, пожар потушен. Хорошо. В тюрьме скопился мусор. Это ваши проблемы. Нехрен было... Ну, вы поняли. Так, есть ли у нас здесь незаселенное место? Потому что нам не хватает немножко жителей. У нас здесь вроде как все заселено. Вот сюда можно заселить кого-то. Вот здесь вот можно заселить кого-то. Да, не все заселено. Здесь довольно-таки плотненько все это вот так вот обустроено оказалось у нас в итоге. Ботанический сад. Он классный. Туда даже люди ходят, красавчики. Что у нас, кстати, по туризму? Можно посмотреть? Почтовое отделение. Нам не почтовое отделение, меня интересуют туристы. Туристы 21, 71 приехала к нам на поезде и катаются на метро. 109 приехала к нам на поезде, 71 из них катается на метро. Или дополнительно, не знаю, как это работает. Нам бы еще людишек, потому что мы бы начали застраивать наш кампус. Университет, да. Было бы классно. Здесь у нас тоже, наверное, все застроено, да, размечено. Нет, не все, смотрите-ка, можно сюда домик всунуть. Можно, в принципе, в районе парка домики тоже попихать. Давайте попихаем. Только, типа, невысокой плотности, не многоэтажки, а такие, знаете, низкой плотности. А пускай что, в парке живут, это ж никому не запрещено. С этим парком мы уже наразвлекались. Здесь осталось только бутафорию, которую я обещал сделать в следующей серии пару серий назад. До сих пор ничего не сделал. Но, честно говоря, сейчас и не буду. Или сейчас и сделаю. А давайте сейчас и сделаем, кстати, раз уж мы занялись. Почему бы и нет? Правда, тут сейчас выгоревшая эта земля, она восстановится не сильно скоро. Кстати, да, столица. Столица 28 тысяч жителей, кораблик, территория кампуса, всеобщее образование и еще куча каких-то штук классных. Так, бутафория. Бутафория в парке. В парке, я сказал. Где наш вот этот главный парк, да, городской парк? Что нам здесь можно построить? Всякие клумбы, всякие штуки. Вот пушка, старая пушка. Давайте тоже всунем куда-нибудь старую пушку. И одной хватит. Ларьки, ларьки с всякой фигней. Где здесь вход, где здесь выход? Вот так вот он должен стоять. Давайте вот здесь у нас будет такая штука. Вот здесь около беседки мы такую штуку всунем. Вот здесь вот тоже пускай такая штука стоит. Можно ларьки с мороженым пару штук всунуть. Только так, чтобы они не прям все рядом были. Так, здесь у нас один есть. Давайте вот здесь на выгоревшей земле. Тут вот на перекрестке пускай будет. Вот здесь около входа пускай будет. И такую штуку, кстати, тоже надо здесь поставить. Так, пускай тоже стоит. Вот это что такое? Ларек с едой. Тоже нужная штука, еда. Я не могу понять, где здесь вход, где здесь выход. Так, вот так вот оно должно быть к дороге обращено. Вот так вот пускай здесь стоит. Это понятно, что это вообще ни на что не влияет, но бутафория это прекрасно, да. И давайте еще на входе здесь вот ларек с мороженкой и ларек с нормальной едой, потому что мороженое это не еда. Запомните, дети, мороженым ты ни хрена не наешься. Живая изгородь. В это я упарываться не очень хочу. Парковые урны. Парковые урны нужны. Поэтому их всунем. Давайте вот сюда всунем. Вот сюда всунем. Вот сюда вот всунем. Вообще они должны стоять около каждой лавочки. Их должно быть много, но... Ну ладно, пускай так. Вот это что такое? Набор парковой мебели. Тоже полезное дело, только мы не в парках. Что-то высветили. Вылезли. Так, где у нас есть место, где можно вот так вот просто посидеть и пожарить шашлык. Что-нибудь покушать. Давайте вот около кладбища. Вот здесь как раз выгоревшая земля. Слушайте, это прям вот так вот выглядит. Выгоревшая земля, кладбище. Прекрасно. Нет, ладно, давайте вот здесь вот. У нас как раз оно в тему к шахматам. Может быть, люди будут им пользоваться. Вот так вот это все проставляем. Да, увы, по одной штучке. Нормально, пойдет, мне нравится. И в другом месте еще такую же штуку поставим. Место уже занято. Что здесь такое? Понятно. Давайте вот этот вот кусочек внутри. Тоже беседками, такие, знаете, столики, где можно поиграть в домино старикам всяким, что-нибудь скушать и так далее. Фонарики. Фонарики это неинтересно, лавочки это неинтересно, они тут везде есть. Это все у нас выставлено, осталось только, друзья, еще знаете что? Деревья. Хочу деревья. Много деревьев. Только их тоже, блин, надо расставлять вручную, я все забываю поставить мод на кисть деревьев. Поэтому как есть, так и есть. Сейчас вот так вот это все дело мы деревьями бздынь, и все нормально. Есть мод на кисть, чтобы деревьями можно было просто тупо закрашивать все. Все, пускай вот так вот. Здесь мы тоже все деревьями, но они потом еще только созреют. Около кладбища обязательно нужны деревья. Так, эту часть мы сделали. Здесь у нас что такое? Здесь что-то другое. Ну ладно.
Деревьями тоже все застраиваем. Все в деревьях. Куча деревьев. Это все повыгорало к херам. Ничего, бывает. Так, здесь больше деревьев, еще больше деревьев. Здесь тоже все делаем в деревьях. Пускай растут. Да, однотипные деревья, но знаете, так обычно в парках и бывает. Деревья все однотипные. Здесь мы тоже вот так вот это все дело застраиваем. Деревья, всему голова. Чистый, свежий воздух, и все прекрасно. Смотрите, людей в парке, кстати, ходит довольно много, и это прекрасно. Может быть, они просто насквозь парка идут куда-нибудь по своим делам, хотя, с другой стороны, у нас вход в парк-то платный. Во. Все, теперь с деревьями он выглядит намного красивее, если бы не вот эта выжженная нахрен земля. Можно даже еще больше сделать. Все, вот такой вот парк у нас получился, и это уже итоговый вариант его. Больше сюда ничего строиться не будет, да в принципе и итоговый вариант района по факту. Так, у нас не хватает еще 100 жителей для того, чтобы построить кампус. Что-то мне кажется, кампус уже будем сделать в следующий раз. Я что-то как-то не обратил внимания, сколько по длине эта серия идет. Но у меня такое чувство, что долгая. Или построим кампус, разметим. Черт, жители уходят. Ну-ка, вернитесь, падлы. Здесь еще можно куда-нибудь их заселить? Я знаю, что они хотят. Давайте вот здесь тоже пару жителей, пару домиков, пускай тоже живет. Просто интересно, что у нас в кампусе будет. Ну, давай, 69-63, да ешкин ты кот. Ускоряем время. И давай, 89-95 и последнее. Ну, давай, ну, падлы. О, 28 тысяч жителей, отлично. У нас теперь столица, доступна территория кампуса, кораблики. Кстати, может быть, кораблики как-нибудь подведем сюда. Но ничего, время мы ставим на паузу. И давайте размечать кампус тогда, раз такая пьянка пошла. Кампус университета. Разумеется, нужна в первую очередь администрация. Она будет стоять вот здесь вот. Нет, она не будет здесь стоять. Ну ладно, пускай здесь стоит. Соответственно, нам открылись здесь куча зданий. Пока что мы можем поставить общежитие университета, читальный зал университета, центр благоустройства и клуб мини-футбола. Классно, классно. Но давайте сначала... Блин, с одной стороны хочется тропинку поставить здесь, а с другой стороны, наверное, и не надо. Ну ладно, какие-то соединения здесь все равно должны быть. Давайте вот такое вот соединение сделаем. Черт, плохо получилось. И вообще давайте кривые дорожки делать. Не хочу прям ровные. Давайте это вот сюда вот. Все, отлично, оно соединилось. И вот сюда вот. Пизды, отлично, мне нравится. Тут, кстати, тоже дорожки какие-то есть, поэтому от них можно вести. А почему бы, собственно, и нет? Вот так вот. Вот так вот. Слушайте, а мне нравится эта система. И вот так вот тоже. Соединяем все. Здесь пока ничего делать не будем, будем застраивать вот эту часть. Может быть, мы все впихнем именно сюда. А может быть и нет. Соответственно, дальше у нас читальный зал университета. Здоровая хреновина, конечно, падла. Давайте ее сунем вот сюда. Вот так вот. Мне нравится, пойдет. Все сразу стали счастливы. Прекрасно. Центр благоустройства. Маленькое здание, которое, я думаю, оно должно стоять около администрации прямо. И клуб мини-футбола, тоже не особо большое здание. Давайте его поставим вот здесь. Администрация не работает. Вот, соответственно, здесь у нас появилась политики, это понятно, научные труды, преподавательский состав. Ух ты, вероятность появления научного труда. Ладно, пока не будем. Давайте пока, ладно, пока ноль. Дать грант на исследование. На открытие и на исследование. Диссертации. Давайте дадим грант на исследование. Пускай что-нибудь открывают. Всего создано научных трудов. Как-то это прикольно. Студенческий спорт. Построить арену в кампусе. Так, научные труды, студенты, привлекательность кампуса. 125-20. Соответственно, по уровням здесь это будет все именно так и выглядеть. Отчеты за учебный год. Классно. Короче, много всего интересного. Мы построили кампус. Ребята, поздравляю. Знание всему голова. Может быть, что-нибудь будет нам открывать классное. Будет круто. Соответственно, а вот, кстати, юридический факультет. Факультет можно поставить. Черт, какое все здоровое. Чувствую, мы этой всей площадью не обойдемся. Ладно, будем готовить юристов. Черт, тут получилось здание в здании. Бывает. Пардон, ребята, извините, я вас не заметил. Ну вот так вот тогда. Мне не нравится эта насыпь. Ну ладно, никуда от нее не денешься. Может быть, можно как-то это дело сравнять? Пожалуйста. Смягчение ландшафта. Давайте как-нибудь это выровняем, хотя бы чуть-чуть. Пожалуйста, выровняем, как-нибудь да выровняем. Правда, опять кучу денег на это потратим, но ничего, короче, нормально. Стало намного лучше, это точно. Соответственно,
учащиеся, уже люди учатся на юристов, пускай учатся. Привлекательность кампуса 150 из 200, это прекрасно, студенты 106, научные труды, не знаю, как скоро у нас это появится, но, в общем-то, пускай работает. Все, друзья, на этом мы эту серию точно заканчиваем. Не забывайте про лайкусики, про комментарии и все остальное. Я же с вами на этом прощаюсь. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, с вами был Никита Дилей, друзья, всем всего доброго, пока-пока.